Давай попробуем, игра, в принципе, короткая. Давай, стой, здоровье. Слушай, ну это пиндос. Сергей закинул 1000 рублей. Спасибо за донат. Калячи, швырь, тащите, я в вас верю. Жесткая тема. Ну, ладно, я хоть теперь научен более-менее чему-то. Вот надо эксплуатировать свой искусственный интеллект. Сори? Ну да, это я сам попался. А что вы на меня сразу попёрли? Вот бесит, что он бьет сначала назад этот. Или как-то странно он бьет. Чикен лек его звали. Цыпанок я его называю. Пацанок, короче. Не, чикен отцеплен. Так, я фул. Обоих. Странного цвета этот чувак. Кстати, раз у тебя фул, можешь сейчас долбануть. У тебя она заряжается-то быстро, всего 4 бутылки. И чё? Так, один сдох. Главное, не стой с врагами на одной горизонтальной линии, чтобы они тебя не атаковали. То есть старайся постоянно двигаться, по возможности, естественно. А их же можно, по-моему, сюда поскидывать, влево, нет? Да, можно и так забить, как говорят. У них здоровья на раннем этапе не особо много. Не особо большую угрозу представляют. Что значит ты ушел? Он немножко сомневается, кому идти просто. Ты его сильно нет. Что значит, он сомневается? С одной стороны какой-то бородатый карлик, а с другой стороны девка в бикини. Что значит, он сомневается, куда идти? Правильно. К деду доверия больше. Они думают, что я слабее просто тебя, и поэтому... Это же логично, логично. А то, что у деда топор больше, чем он сам, это нормально. Ну, топора-то и не боятся они как раз. Кстати, в аркадной версии топор у него золотой. То есть... По лору он, по сути, и ходит как раз этот самый золотой секир. А в третьей части это он отправляет их в путь там? Да. Вместо того, чтобы самому пойти тоже. А типа он уже стар. Кикель. Они, видишь, они стоят, и пока их не ударишь. Смотри, что не хочешь попадаться на удар. Ну, я тебе падал. Вдруг нравится мышца. Может быть, я не знаю, как бы... Как каждому, конечно, свое, я не спорю. Так, вообще, ну вас бать. Да я бы мог потратить. Да не, нормально. Там еще у нас будет время восстановиться. На раннем этапе еще... Полно. Слушай, если я, сидя на драконе, возьму еще дракона... Не возьмешь. Так, один банщик отправился.
Ну ладно. А, видишь, она все время на него садит. Это можно эксплуатировать. Да, я затащил Арию, просто не на хорошую концовку, мне она интересна. Просто я говорю, спонтанно как-то получилось в эту Арию играть. Я хотел сегодня Sonic Generations поиграть. Но игра показала мне средний палец. Она отказалась запускаться в окне. Поэтому я до этого... Чтобы вложить народ, потому что они как бы ждали это, я предложил, типа, кто первый напишет на название игры, в той будем играть. Нормальная игра. Вот видишь, Думик, по-моему, написал Ариоксору, я такой, ну окей, значит, будем в Ариоксору. Думик это что, Димон? Нет, Думик, Думик. У тебя его нет, он у меня. Слышь, браток. Да, и он мне по чайнику говорит. Просто на тру концовку там надо фармить эти души. Гринделка, ну и бай. Так, собирай кикели. Мне, по-моему, достаточно одного. А нет, двух. Нет, два, бери. Так, у меня троечка. А, нормально, сейчас как раз босс выйдет, я жахну ему хвой. Ну, точнее, ему не хватит, но хватит его свить. А, серьезно. Отойди от ворот. Да, Вандер, я проходил все костылевания. Это не впервые для меня. Фак. Не, он не такой. Я, знаешь, уже по привычке просто с третьей части подходишь, берешь его за груду, за грудки там, допустим. Ой, слушай, не пойду я к нему больше. Он плохой. Один хп, блин, остался. Так, ну чё? Хпшечку бы, хпшечку. Хпшечку тебе нужна, да, больше. А тут две их, нормально. Ну, как раз уравнял. Великий уравнитель. Бери, 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 бери. Джексон у нас теперь великий уравнитель. Да ладно. Дензел Вашингтон. Сейчас смотри, сзади три штуки будет. Вот именно три, да, рассчитали. Один по-любому мешал. Так, тут что, вниз? Сейчас вниз живет, но может быть кинь. Бай-бай. Однако у местного гигантского орла проблемы со здоровьем, раз у него внутри же скелеты живут. Кирпичи Golden Axe в принципе эксклюзив серии. Это сеговская франшиза. Все порты первой части на разные системы, мне кажется, это был специальный подход Сеги такой. Типа, смотрите, какие ужасные порты наших игр на других системах, поэтому покупайте нашу Sega Mega Drive. Мне кажется, все это специально. Потому что я в жизнь не поверю, что PC Engine не может потянуть Golden Axe. Но там она ужасная. Там она вообще не играбельная. Но она есть, и это хорошо. Да, она есть. Но я говорю, они специально ее сделали такой, типа, вот смотрите. У наших конкурентов, типа, наши игры не тянут. Поэтому покупайте наши Mega Drive. True Arcade Experience. Без разговоров такой раз. Ладно. Так. Кто на кого? О! Видел он. Да. Пролетел просто меня. Жах не моги. Ну тут странно работает, типа. Задержка какая-то или что? Так. Отлично. Готов. Вообще-то.
Супер. Так. Три. В принципе, ты бери, наверное, хпшку. Я магию-то возьму. Хп. Да не, бери хп тоже. Тут на всех хватит. Хп бери. Кирпич, вообще-то во многих играх так делают. Здравствуй, Криклейн. Привет, Криклейн. Забыл. Вот, да. Нормально. Сейчас дракон будет осторожней. Ай! Осторожней, сам на него нахвался. Да-да-да. Тут, смотри, сейчас будет как толпа народу, да. И потом будет, не забудь, два этих будет. Броненосцы, как их называют. Дмитрий Кронокс, привет, Дима. Ай! Тут ты козел какой, банщик. Иди сюда. У нас дела, да вот, ой, в голду играем. А, они оба на меня смотрят. Да-да-да, странно как-то. Они оба на меня решили посмотреть. Ого, у него меч там. Да. Пиндос какой. Ну все. Кстати, их имена еще странные такие, я не помню, как называть, но их имена странные. Пендер. Короче, с именами вообще веселая вещь. Многие имена – это название спиртных напитков. Ну, мне кажется, эти чуваки просто разрабы, они как бы решали судьбу этой игры где-нибудь как раз-таки в пабе в каком-нибудь. Не, я без шуток. Девок зовут в честь наших советских водок. Столичный, лимонный и еще какой-то. Я искал информацию, и они на самом деле назвали в честь водки. Девок. Вот как это парами, которые. Чешира так и называется. Чешир Котовский канал. Кто-нибудь из модеров там есть в чате? Может, ссылку. Скиданите, да, ребята, если кто есть. Они. О, ништяк. Синхронно. Так. Магию набираем. Тебе она нужна тоже. Ой, пардон. Нифига их тут! О, нормас. Кирпич, во многих ранних битэмапах такого как раз таки нет. Возьми Дабл Дрэгон. Тебя там зажмут просто со всех сторон сразу. И ничего ты не сделаешь. Да, голдунцы. Голдунцы атакуют. Мало тут контов оказалось. Я думал, тут... поболее будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Типа, если ты играешь один, то контов 3. А если играешь вдвоем, то контов 4, но делится пополам. И когда ты начинаешь игру, ты это считаешь, используешь континент. Ого! Блин, я хотел юзнуть, но ладно. Да главное убить этих скелетов, ты не юзай, не юзай. Скелетов убили и хрест. Ай! А с этим я сейчас разгружу. Слушай, не успел он кастануть. А этот не кастует. Он фаербол только кастует один еще. Но он не кастует главные вот эти вот заклинания, которые неблокируемые. Неблокируемые и неуворачиваемые. Фига тут территория, то есть вниз еще сколько там. Он на меня идет или на тебя? Что-то как-то он непонятно действует. У них просто, то есть, видишь... он хочет отойти от тебя. Да, по-моему. У них определенная строгая дистанция, с которой они атакуют. А он не может отойти, потому что я в край экрана припал. Это как в фильме. А он не может сидеть. Я чуть влево отойду, видишь, он сразу начинает. Да. Эй! Знакомые товарищи. Если бы он долго так висел вниз головой, то он бы уже мертв. Видишь, что какая башка, смотри, как лысина. Надулась голова. Да.
Я не верю, что у них в замке вот такие вот дырки в полу были. А может быть, откуда ты знаешь? Вот странный замок. Ну ладно, предположим, что его испортили. Из стены стоит, тычет на нас скелет мечом своим. Опа, полетел. Так, еще эти один еще. Этим надо помочь, к сожалению. Да, а, так. Нет, одна упала сама. Ну, тоже хороший. А-а-а, я! Ёперный! Не очень хорошо идем. Мадама, не борзейте. Идите отсюда. Вы тоже. Так, стой. Да, вот я вот про этих двух хуже помню. Один падает. Второму помогаем. Сейчас будут эти мелкие бегать. Да, вот это уже мне надо собирать всех. Чё? Куда да, тут? Там надо аккуратненько. Эй. Я уже между ними как только не стоя. Блин, все равно пятерка. Ну ладно, хрен с ним сойдет. Говнюки. Чуть банчик вышел. Это будет это. А этот будет банщик кирпич. Как в КС-ке. Бот Евгений. Да, вот эти двое остались и будет финансовать. Ну невнятный этот босс. Какой-то странно сделалось. Ай! Засранец прям развернулся вовремя, а, козел. Так, давай-ка сюда, мужик. Ну я тебя спас, между прочим, они тебя не обратили внимания. Типа того. Так, блин, кто-нибудь один, вы сюда, вернитесь, Да блин, ты обалдел! До свидос. Так. Фу, это пот. Так, на кого скелеты? Так, скелеты на меня, бей его. А какая тактика его бить, я не понимаю просто. Прижимаю так же в угол, как и я делал. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Плавненько так прижимаю его в угол, по диагонали подходи. Ага. Он не дается. Зараза. Все, у нас только надежда на свои руки, ручки. Ну, мы ему, грубо говоря, пол хп сбили. Вот козел. Я дважды сдох, причем. У меня кредит. Кредиты общие. Не у тебя кредит. Замечательно. А, скелет! Не мешайся, блин. А, он не знает, кого атаковать. Угу. Фак! Черт. Сейчас с одной стороны, он меня спас. Все, последний конец. Ну тогда это не 4 конта, это всего лишь 4. 4, по 2 нарыло. А, ну то, что мы с одного да, начинаем. Да, мы уже это как бы не конты, это кредиты. Ай-яй-яй. Блин. Если б не скелеты, засранные. Да пытаюсь, но я только одного на себя могу сагрить. Он что, прикалывается? Я говорю, каждый раз, когда он атакует, он бьет магией потом после этого. Так, отлично. Пытаюсь на себя отвлечь. Плохо, что я в тебя кинул его, конечно. Ничего, нормально. Все, готов. О, все, игра пройдена, да? Да. Жутко. Ну, с двух попыток, но все равно получилось. Я потом отдельным видосиком сделаю.
Сейчас, кстати, после титров это покажут имена этих врагов. Как это называется, забыл. Бестиарии, что-то типа того, да? Да-да-да-да. Да, хинингер это пиво. Хинингер это название пива. Шведского, кажется, что ли. На немецкое похоже. Короче, это в натуре банщики, они пиво пьют. С банными вениками. Есть зеленые, есть черные, есть золотые какие-то. Да, все правильно. Короче, это банщики. Бронзовый, золотой и темный. Ну тут все такие серебряные, красные, пурпурные. 74. Главное, все одинаково, по 74 килограмма. Сделали бы для прикола хотя бы. Смотри, вот Дарк не весит ничего. О, здесь вот по-разному, кстати. Бронзовый. Бронзовый, типа, да, он, типа, сам весит бронзовый. А, ну я Дарк понял. Это типа тень. Это типа, получается... Вот, видишь, столичная, а вот Страбай, вот... я не помню, с чего взято. Но Сторчиная точно со столичной срисована. Сторчиная. Столичная, столовая, лимонная. Сторчиная. И... грузная, как я не знаю, как грузая, как... всего вот этого вот точно. Вот лимонная точно с лимонной срисован. Короче, все бабы это водки. Я на полном серьезе говорю, я где-то читал интервью с разработчиком, что название монстров он взял с разных спиртных напитков. Главное на скелетов времени тратить, как я понял, бессмертный. Нет, как раз таки, когда играешь вдвоем, на скелетов надо Битнер время тратить. Битнер это тоже, Битнер это, по-моему, тоже название пива. Может, это Битнер? Помнишь такое? Битнер именно. Именно Битнер. Я не помню, какого пива. Комрад Филин, они не бессмертные. У них здоровье просто максимальное количество. 255 единиц. А мы отнимаем за, скажем, один удар с разбега сколько? Я не знаю, но максимальная магия вот драконов отнимает 40. Пипец. У этого, у... босса, по-моему, 120 хп. Виктор, привет. То есть они типа сделали их бессмертными. Чисто в теории их можно завалить. Ну чё, может, ко второй сразу перейдем, чтобы время сильно не тратить. Ну давай ко второй. Тут бестиарии мы потом можем посмотреть. World или J или Rus. World. А, ну да, у нас только World. Вот здесь музыка шикарная. Мне она даже нравится больше, чем третья. Да, Виктор, потом и третья будет. Я потом вырежу это и отдельно сделаю видосик прохождения трех частей, типа. Музыка именно прям вот эпичная такая, dark epic fantasy, в таком вот стиле сделала. Эпич. Эпический. Чё, difficulty normal? Да, наверное, я же по-другому, наверное, так, магия, смотри, если поставить нормал, то она будет работать как в первой части. Если спешл, то тебе, короче, надо зажать кнопку, и тогда у тебя шкала будет постепенно набираться, в зависимости от того, сколько у тебя пузырьков. То есть ты можешь применять не всю магию сразу, а только слабую. Да вот я не знаю, смотри сам тогда. Давай спешл. Но учти, что тебе, что для полного этого надо зажимать кнопку. Ну, чарджить, я понял. Да. Так, чё, старая схема? Ну да, я девка. Дед тут нормальный, чё? Дед вообще здесь имба, если честно. У него прием изменили, он теперь круговой сделал. Есть ли фильм по этой игре? БЦ, который. БЦ сделал. Ну видишь, теперь круговой. Угу. А у меня просто, видишь, как стрематом отпрыгивает. А он сзади ударит так, если сделать? Да. Нормально. Если тебе сзади подойдут, то да. Если достанет, конечно. Нормас тогда. И Тирис между частями явно имплантировал себе грудь. Потому что она здесь явно больше, чем в первой. Да, ну вторая еще более-менее прикольная.
Первая плохо переваривается. Я в девку играю, потому что у него магия самая мощная. А чё, типа, зашкварно, что ли, для кого-то девкой поиграть? Я не знаю, видимо, для кого-то, да. Я помню, я когда-то давно встречал деваху, которая на меня обиделась из-за того, что я играю с женскими персонажами в играх. Чего? Мол, раз я мужик, я должен только мужскими играть. Бред. Ну, я согласен, в принципе. Но видишь, некоторых это задевает. Это очень странно. Зачем эти соответствия полов или чё? Чё-то это же игра. Споки всем, я в люле, давай 50 оттенков, спасибо, что забегал. Так, в этой части мы тоже бьем друг друга, видимо, да? Я уже не знаю. Вот это поза у меня была. Осторожно вот этого, остерегайся здоровяка на мотор. Но он действует по тому же принципу, как братья Бэт. Только вместо молота у него булава. И да, тема босса в этой игре эпичная. Это игра по фильму Конан? Типа... Чё? Не, она навеяна Конаном. Но она не по... Шварценеггер. Ищу жену. Так, а у меня... Понял. Я его там наказываю в углу. Хватит его наказывать. Тебе уже хватит книжки. В смысле? У меня все, что ли? Да, у тебя 4. Ты же гном. У меня 2. Подожди. Тьфу, блин. Я перепутал, короче, тебя с собой. А, блин. Ну ладно. Главное, выбивал из него, у него до сих пор 2. Отметелил там его в углу, зажал на... Ну, перепутал, да, бары. А сколько здесь контов дают? Вот этого я не знаю. Я на двоих ее не проходил. Опасно. Книжка. Ну, видишь, они идут к нему и меня полностью игнорируют. Книжка. Зараза, убежал, я из-за чего не стал на дракона садиться, потому что книжка была. Сюда не пойди. Так, вот смотри, здесь скелет из книги, или книги не трогай, а то скелеты проснутся. Мы этого не хотим, скелеты здесь еще более противны, чем в первой части. Собака. Лол. Выдал? Так, это что, не упал, я не понял. Нормас, я его там клюкнул. Чернокнижники я их буду называть. Ай. Кстати, новый враг появится скоро. Ящеры. Они тоже довольно-таки агрессивны, будь с ними аккуратнее. Этот прием, вот как видишь, имбовый у тебя, но он не слишком много урона теперь наносит. Но он хотя бы защищает, спасает. Розовые скелеты! Розовые розы. Почему бы и нет? Жахни магии. Хо! Надо было зажать полностью, если говорят. Ты самый легкий тяпнул. Теперь не надо, теперь уже не надо. Так, огонек. Огонечек. Это фул? Нет. А, ну да, я же тоже одну книжку только потратил. Я потратил 4. У меня, наоборот, как видишь, за второй ступени надо 4 книжки. Че, мне тоже бахнуть? Да уж сейчас вот да, сейчас, когда босс вышел, сейчас был бахнуть по полной. К
третьей части Пантера игнорирует блоки врагов, ребят. Поэтому она... Там говорю, я за но нее я люблю за мужика играть. Настолько ее Пантера просто сломана. И да, это на самом деле не Пантера, это мужик был проклят. Я уж не помню, как его зовут. Да, не прикольно. Откуда у них звуки такие, да? Это же скелет. Я их раньше шкелетами называл, помню, в детстве. Шкелет. Шкафчик раздают. Эх, не успел. Камрад, что такое натурал? Я просто слышал, но не знаю, что это. Это, по-моему, ящик. Мужчина с твердыми убеждениями. Розовый скелет, ты меня называла. Что-то я смотрю, мы уже жизни много потратили. Ну да, что-то как-то. Чую, мы даже до финального уровня дойдем. Серьезно? Да, эта игра сложнее в разы. Она нужна будет помощь зала. Андрюха. Вниз уходи. А, ну если ты можешь, да, получить. Андрюха, need help. Ах, вы блю... Один упадет. О, и второй сейчас упадет. Нормас. Этого тоже можно. По-любому Андрюха проходит. Уйди вниз. А, да, чё я туплю. До свидания. Стой. Целая пачка их тут. Шо было? Я говорю, они запрограммированы на горизонтальную линию с тобой выходят. Всё, что ли? Да. Дестройер, привет. Не крутись вокруг скелетов, а то не проснутся, я их не люблю. Андрюха, если чё, подстрахуешь. Со второй частью. Сейчас босс будет, и это будет удобно. А, так, Чешир Хай... Чоко хай, Джокер хай, Ютаб хай. Привет, Дестройер, Вов. Хай, кто бы ты там ни был. Я чат не вижу. Я вижу только чат Ютуба. Я помню, когда Чешир топил за Твич, он на Твиче всегда снял. Но потом что-то передумал. Я на Твиче ничего не топил. Я просто отмечал, что он гораздо более удобнее, нежели Ютуб. Я там сидел, потому что Ютуб страшно колбасил. У него там... Это, стримы вообще не работали ни хрена. Твич это запасной вариант был. Если смогу. Какие слова я слышу от кирпича, блин. Если смогу. Вроде на скиллшоу проходил Golden Axe. Его проходил Композитрон. Просто я посмотрел по этим, как его. Блин. Я посмотрел по времени. Первую, наверное, вторую часть я могу время сократить, наверное, минут на 10. Нет, просто я не ожидал слышать слово «если смогу» от товарища Кирпича. Я думал, Кирпич может все. Валера, привет. Ах ты, ублюдок. Черные скелеты. Скелеты негра. Так, к этим книгам лучше не притрагиваться. Да, это я ударил. Не знаю. Ну да. Резко встать за своими книгами. А, нет. Они без этого встают. Могу долбануть магией. Хотя не бы надо. Первый. Не надо.
О, там пропасть, оказывается. Книгу можешь взять? Ну давай, рис. Ага, хрен там. Валера, спасибо за репост. Вот эти книги уже можно взять. Ну да, уже. Смысл есть. Так, все, Маша активировалась, Валера пришел. Ай. Бле. Пинает там что-то сзади, гад. Эй, отходи. Я видел. Кирпич, Battletoads. Да при чем тут? Игра. Забей-то на нее вообще. Блин, забыл время засечь. На всякий случай. Оп. Одной книжечки бы нам. Автобус до Орехова. Куча спит у них. Они будут проблемы представлять. Ебой. Ах ты собака, ты серая, иди сюда. Вообще-то ты красная собака. Вообще-то не собака, да? Хладнокровная ящерица. Любительница мух, короче, ясно. На тебе. Ах! Это было подло. Суперку, может? Ух ты, какой дракончик появляется. Крутой. Что такое капотня? Район? Не знаю. Первый раз вообще слышу. В Москве. Я вообще не в Москве живу. Так, тебе так. Все надо забирать. Хлебушек. Это же не собака, это самка собаки. Собачья самка, да? Здравствуй, Фокс. О, здорово, Фокс. Ах ты. Письмись. Москва же пипец обширная, ну вам ли не знать. Достаточно карту посмотреть даже. Тут ее, конечно, можно обойти за несколько месяцев, но кто это будет делать? Я тут Москву плохо знаю. Ой, это я зря. Хотя ладно, первый уровень можно, наверное. Не критично. У него такой звук, как будто она пилит, да? Дзиньк. Типа мощный за это, мощный залп такой, типа как. Вниз отойди. Ага.
Ну и пусть. Лол. Ну прикольно так, хвостом машет. Пиу. Хвостом машет, это бей теперь их. Теперь тебе их надо бить. О, ништяк, полный комплект. Может, отлетел. В Москве почти осталось троллейбусов, их заменили автобусами. Ну, пора уже, да. Но что выгоднее, то и это. То и мутят. С огнем аккуратней. Это точно. Давайте так. Я хотел жарко. Да их можно, мне кажется, зажать сейчас. Почему у Чешира есть Twitch? Как там аккаунт Чешир? Я на Твиче сейчас не стримлю, я говорю. У меня запасной канал. Ну а чё ж ты не сделал себе рестрим хотя бы? Зачем? На Твиче нет никого. А чё? Нет, ну тебе как? Тебя обламывают что-то? Просто параллельно стримить? Или тебе чат просто неудобно читать из-за этого ты? Да. Из-за этого всего лишь? Во-первых, мне будет чат, в принципе, неудобно читать. У меня нет ни второго монитора, у меня нет планшета, у меня нет ничего. Я именно из-за этого постоянно стримлю в окне. Ну ты же можешь тот же от рестрима чат себе сделать, чтобы он собрал все чаты в одно место и все. А зачем мне с такой громадной задержкой тут делать? Там на самом Ютубе и так задержка не маленькая. YouTube канал, вот, он как бы единая моя, скажем так, инфраструктура, и пускай там все будет. Уйди оттуда. Так. Ну вас понял. Ах ты ублюдок! Смотри, как дед полетел, классно. Комитерна, я даже не знаю, Андрюх. Кто это такой? Ну, на Бабушкинской я работал однажды, было. Офис переезжал туда. Какая тактика на них? По диагонали встречать просто? Ну да. С любыми врагами только вот тут ставлю. Но... Не успевают. Не, у меня еще есть эти. Какая у меня хорошая поза. Ух ты, ты как ещё. Когда вы сдохнете уже. Так, один готов. А, проснулся. Социалистический. Безглавый урол. Блин, сколько же у нас? Андрюх. Андрюха, это. Сколько у нас контов? Мы сможем затащить или нет? Я вот тактику не знаю на последнего босса. Что значит мы сможем? Мы сможем! Да? Ладно. Сейчас эти будут здоровяки. Жалко, тут нельзя, знаешь, как Street of Rage. Чё? По одному ударчику. Чик-чик-чик, чеканить. Не. Так, вот здесь работа. Сейчас еще один выйдет. Почти ударил. Фига себе. А теперь ударил. Фак! Да, лучше его чайником бить. Вот так вот, наверное. Оп. И отходить. Да, мне тоже надо бы отойти. А то шальная нога как заденет. Контов то ли 3, то ли 5, говорит Андрюха. Так, один падает. Т-
Второй тоже падает. Вот здесь, короче, надо вот, если я правильно помню, в общем, надо вот в этом месте остаться. Кому-то... Твою медь! Он у тебя сейчас нахрен скинет. Это будет вообще... зашибенно. Дело в том, что сейчас вон сверху, видишь, ворота? Да, я понял. Сейчас, да. Сейчас тоже засранцы выйдут. Ну, я останусь. Надо, да, чтобы один остался, чтобы экран не проскроливался вверх. Потому что если он проскроллится, нам уже не сбросить. Давай, я стою. А, не, нифига, надо вдвоем. Нет? Почему? Надо вдвоем, он тебя ждет. Да. А, нас автоматом туда скроллит. Да. Ну ладно, придется раз так. Ну давай, я в принципе понял. А, да ёпть. Его с напрыжки норм бить, походу. А ни хрена! Он мою ногу перебил. Моя напрыжка не работает. Не, магию сейчас лучше не тратить, может, в последнем уровне нам надо до финального босса донести. Я жив? Нет. Теперь нет. Я тебя спас магией, что ли? Видимо, да. Есть баг такой, наверное. Слушай, надо было юзнуть еще раз. Попробуйте. А вдруг ты бы дошел? Три контакта. Три контакта. Ай-яй-яй! Вы что творите? Один улетел. Просыпайся, я же знаю, что встанешь. Ты ж тварь такая, я же знаю, что встанешь. Эй, я был должен был четко попасть по нему. Поэтому сразу его не атакую. Дай ему встать. Козел. Так, убиваем магию из этих холлов. Тебе как раз одна осталась. Да. О, фулка. Да, не трать. Так, вот этих. Да, вот здесь на лестнице как раз удобно. Да ты охренел! Стоять! Розовый. Хренатень. Ты этого, да? Это я тебя задел, что ли? Да, ничего страшного, хрен. Непонятно. Как это работает толком. И привыкать приходится на лету. Управление. О, здрасте. Я даже не знал, что вы здесь будете. Я говорю, бородач здесь тем более. Заклюет. Заклюет нафиг насмерть. Ну да, топором клюнешь, мало не покажется. Так, сейчас увидишь главного злодюка, не реагируй на него. Это на самом деле не главный злоднюк. За ним еще один. А если я сдохну, книжки не потратится? Переносится на другой конт, значит, да? Нам как-то надо его так извернуться убить. Потому что это не главный злодей. Блин. А лизардов этих? Лизардов убить можно. Но долго, да? Да нет, вроде как это обычные лизарды. Ну а их долго надо бить. Даже обычных. Да. Проблема вся в том, что много их. Хорошо, хоть этот падла не колдует. Пока. У него фаза будет другая или что? Нет, просто не финальный босс. Заманул. А
мать тепла. Что значит я не попал? Что значит я не попал? Ах ты козёл. Эй. Короче, сейчас будет финальный босс, но не трать магию. Его надо сразу прижать и не дать ему двигаться. Потому что через некоторое время он начнет призывать скелетов из первой части, которые неуязвимые. А как не дать двигаться? Как-нибудь! И вот скелеты как раз-таки уже неуязвимые. Вот когда их будет слишком много, вот тогда можно будет магию вот так. Точнее, они уязвимые, но они будут бесконечны, потому что их будут постоянно призывать. Блин, да мы так... Три скелета появятся, вот тогда жахни магии. Окей. Магию, 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 давай. Фул. А, фул? Блин. Ладно, ладно, ты хотя бы их обронил. Уже хорошо. С кашкой, да? Даже кого-то убил. А может ты выживешь? Я не знаю, еще посмотрим. Надо было до падения, наверное. Да, да, я да! Живой. Ребят, баг. Готов. Все прошли, что ли? Да. Охренеть. Я же говорю, затащим. У нас нет вариантов. Либо тащим, либо тащим. Крутяк. Я думал, она посложнее немножко. Ну так мы на норме играли. Ты хочешь, ты ходи попробовать? Не, а отличия есть какие-то? Ну, в плане... Конечно, сюжетки, есть. Сюжетки. Нет, сюжетки нет. Концовка тогда куда-то. Смысла и нет. Я понимаю, вот третью часть это нам надо... Кстати, нам придется сейчас управление менять под три... Под трехкнопочное. Почему? Ну, просто сделай, как я сейчас скажу, и тогда мы сможем в третьей соединиться нормально. Иначе просто второй контроллер не будет определяться. Фокс, ты там еще есть в чате? Кинь мой канал, народ спрашивает. Так. Почему с шестикнопочным не соединять? Ну, такая вот система. Он, типа, определять должен джойстики правильно. И они должны быть трехкнопочными. Это... Я играл по сети через Midnight. Ну, окей, ты играл один, понимаешь? Нет, кем-то по сети. Не знаю, я вам... Я не помню, с Азатроном мы проходили. Ну, он в курсе, он тебе, наверное, настроил просто. Я думаю, что кнопочки не использую. Ну, я говорю, он не будет работать. Испытано много раз. Ну, чё надо? Короче, да, смотри, зайди в игровые платформы. Sega Genesis, управление. Геймпад 6. Все поменяли на просто геймпад. И да, все. Подожди. Игровые платформы. Sega Genesis. И управление. И чё, везде чё? А, вместо геймпад 6 поставь просто геймпад. Или только на первом просто? Нет, все. Даже иначе те, будет... которые новые? Не-не-не, 4 вот этих первых. А, окей. А, так, Golden Axe 3. У меня японка есть у тебя будет. Японка и русская лежит. Давай японку. Ну, японку лучше, да, запустить. Ну и нафиг. На всякий случай. Мало ли чё. Не, хард, хард. Ну, я думаю, что затащу. Чё там? Сесть! Ну, во-первых, ты говорил, что проходил без повреждений чуть ли не. А, во-вторых, я, в принципе, мне привычно уже на харде проходить. Я только на харде играю. В эту игру. Ставь тогда хард. Так ты первый, по-моему. Я разве? Да, да, да. А мне что нажимается? А, блин, да, еще раз настрой управление, потому что под трехкнопочный приходится, да, заново выставлять его. В принципе. Я тебе повернулся. Некин, здорово. Скинь мой канал. Сейчас, погоди. Кстати, если кому интересно, завтра же будет скилл-шоу у вас.
До этого скилл-шоу, мы где-то часа за два, по-моему, начинаем. У нас будет сходка, мы будем играть в Street Fighter Alpha 2, если кому интересно. Канал Чешира я сбросил. Так, хард поставил, да. Ну, не знаю, я привык за мужика играть. Ты как хочешь. Ну, я кот, я, естественно, буду котом играть. Не вопрос. Конечно, я буду котом играть, я же кот. Джексон еще не приступили к гулям. А вот после этой игры как раз-таки. Геконыч, я надеюсь, что дождешься. Я еще помню, как этот спешл делал. Да, они легкие, в принципе, у этого. У меня здесь такой вот огонь есть. Вспомнить. Крутая игра. Качественная очень. Ну, в смысле, Маш? Мы просили ссылку уже не знаю сколько. Где ж ты была? В итоге я скинул. А тут и Даня сидит. Ах вы тихушники. Отлично, посижу, позлорадствую. Ладно. Вот тихушники сидят, молчат. Не выполняйте свои обязанности. Кому-то надо зарплату сократить. А, приятного чаепития, Даниил, тогда. Окей. А, у давай, тебя приятно. Есть оправдание, окей, хорошо. Слушай, так ровненько идем, даже жизни не потратили. И карты. Теперь главное сбросить грамотно их отсюда и все. Я беру нижнего, наверное. По какому маршруту пойдем? Всегда вверх. Всегда вверх? Я так привык. В принципе, думаю, проблем просто не будет. Я точно не помню, но там есть какой-то маршрут, где можно завалить. Это не очень длинный маршрут, даже может быть ниже среднего, быстрее среднего, ну. И в принципе... Просто я говорю, я не помню, что там это... Там же заложник спасает. И я помню, я создавал себе маршрут, благодаря которому две жизни собрал. Да, можно. Но мы и так пройдем, что нам эти жизни. Шла отсюда, мать. Даниил, вот сейчас возьми и вбей мой ник в Ютубе и посмотри, сколько там этих чеширок. Да, что много? А котовских много именно? Вот что-то конкретно котовских, я не знаю. Но Ютуб, он такой, он выборочно. Да, вообще печально. Есть Jackson Play канал уже, который заброшен давно, и я не могу короткую ссылку сделать. Вообще печалька. И не могу связаться с тем челом. Первый прям сразу? Ну окей, значит, видимо, кто-то почистил. Может быть. Может в Ютубе иногда чистки проходят, может быть, почистили. А когда я последний раз смотрел, там их штук 5 или 6 было. Вот в Кантаче реально, вбейте Чешир Котовский и посмотрите, сколько нас там. Чешир просто по тебя косят и все. Тебе, ну, знаешь, официальная страница с паспортом, там, со всеми делами, подтверждение. У меня полет слишком широкий. Я бы его быстрее завалил. Наверное. У меня удар мощнее. Давай. Пошли наверх. Ну это простой. Это простой путь, как бы. Да ну я бы не сказал, здесь вот верхний уровень, мне кажется, сложнее за счет того, что скелетов полно. Я вот не люблю уровень на лодке там. Ну, на этой, да. На корабле. А вот на лодке, да, он длинный, согласен. Не знаю, я тут спокойненько прохожу. Ну, да, чуть-чуть у нас с жизнями немножко потратили, да. Есть такой момент нехороший. Ням-ням-ням-ням-ням.
Я потом отдельным видосиком, наверное, завтра вырежу, загружу. Как, типа, три прохождения сразу. Не поделили толстяка. Сажали толстяка. Слушай, мне тут... Помоги, ну, Макдональдсом, блядь, шляться. Меня тут толстяки прикалывают, знаешь, у которых белые сапожки. Я с них угорал. Вот, я вот не люблю скелетов в этой игре. А, тут их я сбрасываю всегда. Просто они в этой игре еще с щитами обзавелись, как будто они без этого не были противными. Так у них щиты и в первой, например, части точно были. Но они их не использовали по назначению. А, ну это да. Смотри, какие живучие. Да выкидывайте его нафиг. Так. Кидываю его нафиг и сам от бета. Ну, неправильно схватил, что поделать. Противоположную сторону. Ой, еда вместе, это ж пипец. Так. Я свое съел. Ага. Нормально. Тащим. Трилл, здорово, здорово. Не вижу никакого Jackson Play. Play Jackson. Не, Маш, смотри. Есть короткие адреса, типа вводишь youtube.com/JacksonPlay, если ведешь, там уже канал занят, типа. Ссылка занята, понимаешь? И мне, чтобы короткий себе адрес сделать, мне надо какие-то цифры вводить там и так далее, всякую такую херню. Чем я не могу назвать ее как-то по-другому. Именно Jackson Play, а в конце какая-то херня должна быть, типа цифры или еще чего-нибудь. Бред вообще полный. Почему я не могу GP назвать, вот скажем, и так далее. Так нельзя сделать, кастома прям нету такого. Это если менять только название канала. Так, ты... А, да, мне маги. Хотя, по-моему, на босса в этом уровне достаточно обычный. Если не изменять там. Кстати, я не знал, что я неуязвим, когда запускаю огонечек какое-то время. Эти суперы, я не говорю, не дают неуязвимость. Просто у Пантеры она самая дольше, на протяжении всей анимации. За счет этого он имбовый. Музычка тут такая приятная. Да. Вспоминаю какую-то песню про колодец какой-то там. Советская еще песня, такой же синтез использовался. Спасай, короче, обоих. У меня тоже 20. Кто, ты или я? Я. Давай. Вообще, мне кажется, мужику надо было огонь дать. Как-то его обделили прям. Вода, но это такая стихия. Огонь у девки всегда был. Ну вот я и говорю, что надо было мужику его дать. Надо было землю оставить, как. Первый. Валера, давай, спокойно тебе. Счастливо. Учку тут три колодца, кстати, я этого мужика в реальности видел. Клипак с ним снимали. Это, короче, дед. Он уже дед, ему уже лет там пипец. Лес. Атмосферники такой, лес. Угу. Но мне все равно во второй части больше нравится. Она там более эпичная. Более подходит к этому стилю Dark Fantasy. Осторожно! Осторожно, моя машина едет назад. Опа. Пусть ступит. Не будет мешать. Ничего не говорю. Прикрою, но правда сам получу по мозгам, но прикрою. Не, нормально, нормально, идем. Немножечко. Мне в этом пути прикалывает то, что мы встретим этого.
дракончика огненного. Тут будет. А, мы через пустыню пойдем. Он очень имбовый, если его им грамотно забивать, вообще можно много. Он очень имбовый, но в пустыне нет ничего. Там, по-моему, здоровье-то не дают и. Здоровье дают там, у босса там будет. Заложников там, по-моему, нету. Сколько за четверых будут давать, да? За пятерых. Кто это меня там огрел? Эй. В смысле? А я убил. А, три. Ну все, нормально. Да, по-моему, в пути, по-моему, в конце и как раз таки не будет заложа. Но если хочешь, поменяем путь. Да не-не-не. Пошли как это. Как знаешь. Окей. Мне все равно. Не, в принципе, я тоже просто, я. Как давно я вставлял такой оптимальный маршрут, где можно больше всего жизни найти. Но он был длинный. И он через корабль идет. Что, корабль тебе не нравится, мне он тоже не нравится. Но в таком случае это. Хотя, в принципе, одну жизнь, наверное, каждый из нас возьмет. По-моему. Не хватит на моем пути на одной жизни, по-моему. Не, просто на том маршруте, в котором я хожу, три жизни можно взять. Ну, если хочешь, я говорю, поменяем. Но мне не принципиально, как бы, жизни получить. Мы и так и эту игру пройдем. Без всяких. Юран, слыхал я. Я пробовал эмулировать ее на эмуляторе, но на данном этапе она идет 15-20 FPS на моем железе. У меня железо, конечно, далеко не топовое. Mm. Не совсем слабое. Андрюха, здорово. Доброй ночки. Так, тебе хавчик нужен как раз. Так, тебе все надо. А, спасибо. Эту фигня ували. Лечущий за это. Здоровье. Пузырь бери. Пузырь Дима будет. Питерский, а в чем проблема-то? Вперед, назад, вперед, две кнопки. Я супер ангива на клавиатуре делаю. Так что фигня здесь супер делать. Я, кстати, на клавиатуре сейчас играю. Golden Knox, Beast Rider, не играл. Так, да справа. На PS3 говорят говно. Говорят говнище. Говорить можно что угодно. Кстати, насчет говорить. Ну, я ее видел визуально, она мне не понравилась уже на этом этапе. То дальше я уже и смотреть не хочу. Юран, зависит от игры. Я несколько игр на PS3 уже проходил. Они, конечно, мелкие были, но я играл, даже стримил. Я Bionic Commander Rearm 2 там проходил, я проходил Команда 3 там, я проходил Street Fighter 2 HD Edition и что-то еще. И, короче, все они у меня летали прям спокойно, без проблем, 60 FPS. А ты про эмуль говоришь? Да, так что это от игр зависит. От игр и от железа. Ой, самый дурацкий бонус. А, нет, это еще норм. Что, будет двойной удар? Хорош. Но они мелкие, мелкие, но они же играбельные. В них играть можно спокойно. А что-нибудь потяжелее пробовал? Ну вот говорю, Beast Rider пробовал, 15-20 FPS не больше. Опять-таки, это зависит от железа и от игры. Так-то на PlayStation 2 не все игры эмулируются идеально, если на то пошло. К
Кроу-шутер я еще эмулировал, ремейк 1942. Вспомнил. Помнишь на Денди? Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Нет. Да-да-да. Да-да-да. Играл. Короче, ремейк есть на PS3, я его пробовал, играл. Ты знаешь, я там и пытался эту игру затащить, но что-то как-то она мне... Я уставал от нее. Далеко куда-то доходил, блин, но как-то однотипно все шло-шло. Потому что игра 84-го года, тогда все игры были... В итоге я забил на нее. Зато там музыка шедевральная. Если я буду... А, не затаймил. Чуть-чуть. Тут есть баг один, когда они проваливаются просто сразу и сгорают. Не получается почему-то. Ладно. Сложно игнорировать огонь здесь. Таким мобом. Ну нет. А он тоже хочет дракошку. Обойдется. Драконить. Ага. Житухи. Так, ништяк. Ну нет же, ну достали вы уже. Ну я не люблю садиться на животных, я их долго не... Не, нормально. Тема нормальная, просто да надо... Не, ну а как-то привычнее на ногах. Разнообразие нужно в играх. Ну, да. Тут, по-моему, эти сейчас будут как четырехрукие горы. Нет, тут будет... А, ну да, кстати. Да, Юран, комп должен быть очень мощный. Я говорю, вот на моем 15-20 FPS. На крупных играх. Дешифровка много времени занимает в процессоре. Это такое, да. Sony каждый год, блин, придумывает там новые фишки. Все сложнее эмулировать все это будет. Железо как бы пытается догонять всю эту тему, но выходит все это с лагами со всяким. Длинный уровень. Да, Дима имбовая. Блюдок. Да иди ты нафиг! Толстопус раный. Еще в юности проходил эту игру за пантеру так. Яблок нам понадавали. Ну хорошо. Пачку целую. Забирай, наверное. Не, ну я вот это заберу, а ты ее забирай. Так у меня тебе шкала больше. Тебе больше здоровья восстановит. Окей. Главное, сколько в процентном соотношении восстановит. Главное сейчас скелетиков убить, остальное. Слушай, я только сейчас понял, что у нас пока что жизни вообще на месте все. Так что неплохо идем. Один даже поджаренный. А, не, нормально. Я просто буду сейчас спамить и все. Без проблем. Вообще норм. Лагает, правда, дико после этого. Вот вам и Blast Processing. Е-бой. Так, жрачку тебе. Что мне? Я уж фулку заберу.
Так, сейчас начнем, я уже не помню. Сейчас, по-моему, гора будет, да? Да-да-да-да. Самое интересное, здесь можно мобов повыкидывать дофига. Самое интересное в том, что здесь развилки аж три штуки. Иди наверх, не ошибешься, называется. Пардон, пардоньки. Надкусил такой и выкинул. Правильно, говно какое-то. Я даже боссов вот этих, которые тут выходят, скидывал тоже. Есть такое. Но это надо делать быстро, а то они отойдут от края и потом задолбаешься туда спихать. Не надо подходить так резко. У меня когти длинные. И он так помахал рукой, типа, айда сюда. Айда, тут пиво дают. Айда, тут пиво. Наливают. Тут леща раздают. Мужики пошли, тут лещей дают. Танц под затыльник. Упали что ли? Нет, не упал. Упали оба. Один выжил. Кстати, всё. Я только сейчас обратил внимание, мы на крабе стоим. А, ну да, кстати. Глаза такие торчат. Клешни. Я что-то раньше не обращал даже внимания на это. Да я как-то тоже. Ай! Нет. Вот и все. Парочка зовут. Блин! Я нечаянно поднял жизни. Ой, то есть эту. Фиговину. Жестко. Ладно. Хорош спать на работе. Не, ну толстяки, блин, с белыми, конечно. А, я жизнь получил. Значит, я обоих убил. Ага. А следующего не будет уже, по-моему, всего. Не, по-моему, здесь еще один, по-моему, будет. Не. А, ну смотри, по какому маршруту пойдем, да. А, ладно. Это твоя забота. Пробивать бронежилеты. Так, сейчас эти не бьем. Крайнюю. Две можно ударить, а крайнюю. А, одну можно вот эту вот ударить. А крайнюю не бей. Бочку вот эту последнюю. Самый тупорылый вот этот дракон. Вообще не понимаю смысла его. Он типа бросает просто. А, он хватает за шкиряк. Да, да, ну бред еще. Так, теперь нам наверх надо будет, там будет орел. А потом... Орел он... будет... Ну это типа и... промежуточный орел опять. Это король местной страны, которую мы спасаем. Которую превратили в грифона. Наверх что ли? Да, тут черные эти сволочи. Но будет, по-моему, жизнь сейчас. Ой-ой-ой. Неудобное расположение экрана. На, нафиг. Самый длинный удар, да, типа? Из-за того, что он... С бугра делается. О! Он меня пыхнул перегаром своим. Алкаш. Так,
Вот здесь, по-моему. Житуха. Еще яблоко. Ням-ням. Сожрал мясо, съешь яблоко. Туман, туманище. А, ну да. Окей. Я защищаю его, не подходите. Не подходите к этому орлику. Шими по перегарам. Зараза. Найс трай, да? Так, это все тебе. Разбежались нахер. Такие бу. Ну чё, лодочка. Мы будем парно кататься. Мы плывем или летим? Мы летим на орле. Как в первой части. Это отсылка прямая. Только в первой части был вид сбоку, а здесь вид сзади. Да, ну с пантерой имбово проходить, конечно. Ну так естественно. Пью. О, кот, он должен быть имбовый. Тем более я кот, поиграю котов. Конечно, я буду имбовый. Да, в Том и Джерри кот тоже имбовый. Ну так он не играбельный. Вот на Сига Том и Джерри есть странная часть там. А, которая по мувику. А, это говно. Там, по-моему, за мышь и за кота можно играть. Сейчас еда будет. А, нет. Сейчас будет еще звездюлей. Вот еду бы справа. А, ладно. Во-во-во. На тебе. Вот такую еду можно оставить на потом. Достали, гады. А, ну все, фул все равно. Ах ты! Слышь? Кто на босса тратит магию? Да без разницы, давай я попробую. А если мы двойную юзнем, у тебя тоже отнимают? Да, у нас двойная. Она требует 10 бутылок. От тебя 6 заберет, от меня 4. Если ты активируешь. Помойтесь, умойтесь. Тут главное именно от мелочи избавиться, чтобы она не мешала. Помывашки, отмывашки. Мне интересно, как реагирует орел, на котором мы сейчас летаем, наверное, все это. На весь этот бардак творится. Да, ему норм, ему норм. Мне, знаешь, он напоминает просто вырезанного из дерева какого-то. Такого, знаешь. Если бы ему анимации добавить, ему вообще цены не было. Ты зря, наверное, юзнул. Зачем? Да ладно. Помыл черномазиков. Достаточно этой фигни. КП? Да, КП есть? Да я не знаю даже. Давай съем. Последний уровень, мне кажется, достаточно этот пузырьков. Что-то мы идем прям без потерь круто.
это не карту. Деревянный орел, вот он мне напоминает деревянного, потому что он такой статичный слишком. А если ему анимации чуть-чуть бы перышки там что-нибудь добавили, вот это бы прикольно было. Так, битва с орликом, ребят. Ты это называешь битвой? Это, знаешь, Олимпийские игры, я тут круги наворачиваю. Типа. Не успел долететь такой, пятка в нос. Хлобысь. Да, это телефон. Его можно играть только в мультиплеер. Ну, в дуэли, да, можно играть. Но есть хаки, когда можно за него играть, но он бестолковый. Орлик, он на самом деле, ну, он нищенский. По-другому не скажешь. Да, он чисто такой полубоссовый, полупроводник, короче. Сейчас рыцари будут. Лимонные. Или скорее лаймовые. Они все на тебя, говорит. Ну ладно. Они мне... каких-то мух навозных напоминают, блин. Зеленых, вонючих. На тебе. Лайм. А вот слово лайм мне напоминает одну марку пива дурацкую. Не знаю, как эту мочу пьют. Так, еду бы справа. Но зря. Да черт. Ну что, бежать можно. Бери. Ладно. У тебя жизнь-то меньше, бери. Ну сейчас, после битвы можно. А, экран не скроллится? Не-не. Помахали так. Сибирская корона. Да, я на заводе даже, ребят. Когда студентом был, работал даже на заводе Сибирской короны. Представляете? Ох, времена. Не, у меня нет душа, у меня ничего нет. Мыться им рановато. Че, я понтовую забираю? А, какая разница? Практически никакой. За поджопу прилетел. Мне тоже. Да я подрался студентам, там практически разнорабочими были мы. Всякую херню. У меня даже задачи такие были, чтобы я пиво выливал, представляете? Я. Мне там сколько было? 20. 21, может. Представляете? Выливать пи... просто. Да. Представляете, просто выливать нахрен. Конечно, да я тебе. Пить на заводе пиво, да ты чё, Трил, издеваешься? Зачем пиво выливать? Там, короче, типа чуть где замятия на баночке их отдельно выкидывали, типа и заставляли выливать. Но небольшие дефекты, короче. Это на заводе я уже зашквар считался. Хотел бы я вернуться на завод. Да нахер оно надо мне? Там столько дебилов работает, что ли. Один раз на каре разбили брама, знаете, пиво. Целый палет улетел вниз. Вот мы запарились там убирать за этим дебилом. Там просто пипец. Столько стекла было тоненького. Палет, представляете, да, сколько там бутылок? Там, я не знаю, сотни бутылок просто бабах. А это пиво, там
тоненькое стекло в этом пиве. Брама, кто не знает, если... Там вообще дичка. Виник. Опа, четко. Сейчас еще будут чуваки. Зря я к тебе. Вот я идиот тоже. Это эпичности ради. А вот это зачем сиганул? Да, но это пиво, которое выливали. Там некоторые ребята умудрялись еще как-то домой забирать. Ну, там целая схема, чтобы это пиво вынести из завода. Там такое было, что пипец, ребята. Агент 007 просто сосет. Вот серьезно. В любом случае есть такая фигня, что-то надо вынести. Схема целая такая. Я когда в магните работал, у нас клад там тоже. Там было одно, короче, слепое место от камер. Все изучено, да? Ой, блин. В одном уголке сидели конфеты жрали, в другом уголке там сидели что-то в карманы тебе запихивали, наверное. Ой, прикол. Че это за танцы, шманцы? А пусть танцует, он ко мне пришел просто. Так, ты его убивай, тебе очков надо убивать. А мне очки уже не дадут. Я тебе про что говорил, Чешир, что мне не дадут уже ничего тут. Как я что не сплю? Я играю, если ты не заметил. А все, уже конец, ребят. Так, ну что, мы магию сейчас используем или... Потому что финального босса я могу без магии завалить. Я имею в виду, на этом боссе или на финальном, если нам его дадут? Нам его дадут, по идее, должны дать. Не знаю, не знаю. А почему думаешь, что не дадут? Потому что это зависит от ранга. У меня был ранг Б, а вот у тебя я не заметил, когда мы сюда заходили. Должны. Ну, надо как... Сколько я прохожу, всегда я его убиваю в два раза тут. Я даже на ранге не смотрю. Ну это зависит от ранга. Ну, ранг понял, да, да, я помню, что есть какая-то фишка там. Очки набить или что там надо? Но у нас с этим делом вроде в порядке все должно быть. Мы не умирали, главное. Вот самое главное, что влияет. Где? Подброшу. Самое главное, что влияет на вот этот ранг, это именно что смерть. Подброшу смерть, его еще повыше немножко полетать. Смерть это, по-моему, минус 10 что ли, 15 очков. Конечно, и у нас топовые ранги. По-любому, мужик. По-любому. Где? Где? Окей. Да он и так изи. Ну ладно, бивай. Ну уж он к тебе идет. А теперь к тебе. Он хочет потанцевать при лунном свете с тобой. Джагли-джагли. Да не, босс легкий. Нажали бы супер одновременно, но вообще надо было, да, попробовать хотя бы. Не, вот так вот двумя больше мощнее будет. Да, но для эпичности, типа, показать, как оно выглядит, было бы хорошо. На заднем фоне тоже босс или просто? Просто задник. Это статуя его. Так. Эпично, ой, эпично. Мне кажется, что я тут вообще лишний в этой схеме здесь. Ну не знаю, он может топором махнуть так, что меня забьет. Я тут только могу огребать от его магии, если он... Успеет ее юзнуть, конечно. Лучше не это... Да, вот перед глазами у него лучше не мелькать. Пью, полетели. Не умираем. Не, мелька... не умираем. Не умираем. Не мелькай перед глазами у него, стой в углу. Не умираем. Все. Ребят, пройдена игра без потери жизни, ребят, на харде, вообще, молодцы. На двоих. Раньше на одного проходил так, теперь я и на двоих. Круто. Сделаю отдельный видосик, как прошли три части Golden Axe, будет круто. Крутяк.
Правда, не совсем самая лучшая концовка. Соратников-то мы не спасли. А кого мы там должны спасать? Я ни разу чуть не видел. Что-то идти можно спасти других персонажей грабленных от заклинаний. Это как надо сделать? Там они в качестве боссов. Надо отлупить, и с них заклинание спадет. Хм. Вот это, когда ты выбираешь персонажей, в тебя бьет молния. В этот момент, типа, Джулиус выбирает одного из персонажей и снимает с него проклятие. А остальные, типа, под заклятием находятся. Охренеть. Лор, ёпта! Ну. И если бы мы их спасли, то они в конце бы вместе с Джулиусом бы стояли. Вот здесь. Угу. А так получается не совсем лучшая концовка. В любом случае, спасибо за прохождение, круто сыграли и круто прошли. Первая часть немножко подкачал, но я вообще не знал ее. Теперь знаешь. Теперь да, хоть более-менее что-то как-то. Так, мобы от этого сильнее не становятся. Вдвоем, говорят, легче, типа. Ну, хрен знает. Друг другу мешали. Мы друг другу мешали играть, не заметили. 39 минут. О, ништяк, 39 минут. Я когда один проходил, я, по-моему, проходил за 50 с чем-то. Чисто можно даже на спидран.com посмотреть, сколько залезли мы в какой-то режим. Вот сейчас ради интереса зайду. Титры идут, да, смотри. Что там, кстати, следующий по списку? Супер Гульс энд Гоблинс на SNES. Веселая игрушка. Или пока я в Rush вошел, может, я еще попробую? Смотри, могу я. Игра противная, давай, конечно, ты. Но... Так, кооперативе на харде, короче. Мы вошли. Мужик, мы третье место взяли. Ты в курсе? Ребятам... Прикинь? Ребят, мы третье место по миру взяли. Хо-хо. Golden Axe, прохождение на харде, кооператив. Охренеть. Вот это вот неожиданно, неожиданно. Я потом еще остальные проверю. Кстати, на второй версии, правда, я не засек, жалко. А сколько первое место по времени? Первое место 27, второе 30, третье 40, 39. Вот мы на третье место. Кстати, два ребята русских заняли. Ну, видишь, у меня левел 2A, у тебя один. Угу. Ну, ты там фигарил. Ты пачками снимал их, конечно, у тебя. Когда я один проходил, я набивал 1500 очков, и у меня был триплей. Ну, понятно. Вот там как раз нужно, чтобы выйти на финального босса, нужен ранг не ниже А. Кирпич, сеговская Ghosts and Goblins и SNES-овская — это разные игры. Это вторая и третья часть, соответственно. Да, там немножко по-другому. Первая